В Ульяновске дали старт ежегодной областной универсиаде. Церемония открытия прошла в Ульяновском государственном техническом университете. С февраля по май более 1000 студентов области поборются за высшие награды в разных видах спорта. Традиционная, ежегодная, началась с 2001 года, в этом году уже 23-й раз. Проводится по 21 виду спорта, то есть это в основном командные, электролистические, легко доступные виды спорта, среди которых можно выявить своих победителей, своих чемпионов. В программу включены соревнования по легкой атлетике, плаванию, мини-футболу, волейболу, баскетболу и многим другим командным и индивидуальным видам спорта. В универсиаде представлены все вузы области, и вместе с ними кузница спортивных кадров Ульяновское училище Олимпийского резерва. Соревнования направлены на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию массового спорта. Спорт высоких достижений невозможен без массового спорта, без его развития, без его доступности. И здесь руководство правительства Ульяновской области все делает для того, чтобы действительно все спортивные площадки, условия для занятий спортом, они действительно были доступны для всех. Всего за время соревнований разыграют 65 комплектов медалей и 21 комплект командных наград. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.